Дань, Катя. Я знаю, знаю, вижу. А, Катя, слушаю. 6431 прибыл на пятый боковой путь. Готов сменить кабину, отправиться в обратный путь. 6331, понятно. Значит, кабину. Глушитесь, кабину меняйте. Присваивайте локомотивный номер. Докладывайтесь. Принял. Все сделал, доложу. Выполняйте. 845-й, слушай. М9 Луна Белый. Наш 6-й занятый путь под состав. Составом цепляемся, кабину меняем, докладываем. Понятно, что занятый путь. М9 Белый вижу. Цепляемся, докладываем. Рома, сейчас тебе навстречу турист проедет вперед вагонами.
машину сложим? Хорошая. Маршрут на красном. А вы кто? 6312. М2 у вас красный? Сейчас подскажу. ЧМ2. А у меня по аппарату ответ. Ну, надо пересобрать, наверное, машину. Пересобрать. Боюсь. Пишем под красным. Пишем. Вот 5.01.2022 на часах 8:22. Распоряжение номер один. Разрешается машинисту поезда номер 6312 проследовать запрещающие показания маршрутного светофора ЧМ-2 и следует на 14 свободной подстанции. Маршрут готов до использования семерки. Понятно. 5.01.8:22 время. Распоряжение 1. Разрешается проследовать к 6312 электропоезду. Маршрутный сигнал ЧМ-2 на 14 путь. Свободной станции Злобина. Машинист. Верно, выполняю. Время окончания диктовки 8:23. Злобина. Слушаю. 3502 на предвходном. Ну, так я ж вам слышал, встанете. На входном встаем опять? Да? Что вы думаете? Вы по удалению едете. Я один на станции 3. Так что вот сидите, стойте, ждите. Сказал, что до входного маршрутов. А что у вас там за состав? У вас электричка едет с грузовым. Как-то вы. Да. Николай. Да-да, я знаю, у меня поезд пропал, вообще ничего сделать не могу. Это вас там черти носят? Дежурный Злобин. 6483, входной открыт на 12-й путь, маршрут готов, там по готовности поедете. 12-го буду вам платить. Верно. Злобина, дежурный, слушаю тебя. 6312 остановился у стрелки 47, 14 путь занятый состав. И что? Если точнее, у маневрового 21 остановился. Пользователь ушел из канала. Прикольно. А, блин, да ведь что? Наверное, на 16. Да, вот я про то, что мне там 14 залез. Ладно, сейчас будем думать, что делать. Я у маневрового, можно от М21. Ну, сейчас заедем. Так, глубина. Да что там, вначале? Пользователь отключился.
Коля, ты же на ТЭЦ с углем поехал? Да, на ТЭЦ 2. Ну, а что не выгрузил его там? Я поезд назад поехал, где-то. Короче, пытаюсь гору отдалить. А, ты подъем взяли? Да. Да, там надо было сразу с самого начала отделяться. Да-ка, собирайся ты на свободу. О, ну, у меня маневровый горит. Да, 6482, маневровый маленький, мы 20 белый. На штатской путь пошел готов. Постановка, Герасим. 6412, значит, на 16 путь, мы шут готов, у меня 20 на белый, когда. Да. Пока суть. По готовности подсветил. Да. Да, подсказываешь. Три 502, вы уже заехали на узлобину? 3502. Нет, еще не заехали на входном. А что, у вас красный горит? Да, это пускай мне спасибо скажет. Что там происходит? Господи, какой ужас. Нет, входной проследовал сейчас на четвертый путь до ЧМ4. А, вот, тогда, господи, езжай. Все. Красный, красный. Заехали. Конечно. Поставили. 3502. Давайте мы поставим уголь. И никуда не пойдем. А как это? Теплоцентраль останется без угля? Город там уже отопление? Повезли уже. Одну да такую. Да он не довезет. Ну, значит, поедем сейчас помогать ему в жопу толкать, чтоб он заехал. Вот это и уже идея. Ну, да. Вот и все, тогда закрепим сейчас. Оп. А у нас на Дивногор только второй путь электрифицированный? Не везде. Главный путь электрифицированный. Там, по-моему, только второй для формы. Самое пусто. Так, то у меня электричка. 6483 от Енисея до Дивногорска. Маршрут готов. Сигналы открыты. Едем согласно расписанию. Неверно. Да. 3502, там закрепились? Закрепился, отцепился от состава, протянулся до запрещающего ЧМ4, расформировал полный номер. Теперь я 737. А сколько у вас тут вагон? То есть, мне посчитайте вагон и вес. Я буду думать вашу сторону. 3500. Посчитайте мне вагон. Да, без проблем. Вес. Сейчас сделаем.
Жену поставить. Уша МТЦ-2. 201. Пользователь пришел в твой канал. Вы там уже встали? Нет, подтягивайся к запрещающим. Злобина. Подтягивай, слушаю, Злобина. 30.02, проходная желтая. Хорошо, я вас. Второй. Ну да. Привез вам 4121 тонну первоклассного угля. И в составе 62 вагона. 62 вагона, 4000. Сколько тонн? 121. 4121. Исправление. Это нет или брутто? То у меня и брутто, и нет, и тетища. Это брутто, наверное. Да, позвать дели тут, блин, до угла. Иди пиши. Так, с чем два года? А ты, а? Он готовит, помню. А что там на ТЭЦ? Там разгрузка, да? Там надо выгружать маневровым. Да. Да. Там подъехали? 201. 201 подъехали, да. Да, хорошо. Если он тепловоз, он может прям своим тепловозом выгрузить без маневров. Ну тогда так и будет. Мы сейчас заедем за маневров, потом осадят. 302 на приближение Глебана. 3002, слушаю. Одной очи открыт, по второму на пятый свободный маршрут готов, принимаем вас остановкой. Деспегер и Семёнка. Понятно, на пятый свободный, выходной закрыт. Верно. У меня. Ой, 737. 737 можно, в принципе, в депо. Чё-то в депо, а потом... Что я могу? Маневровый могу это поразгружать. Точно, вот, да. Маневровый вообще по заре. Дистанция боя сейчас 100 из него. Так. Где? Моя. Это... Драквест. 737, там по соседству с вами 6 будет занят или нет? Занят. Шикарно. 8 свободный. Пользователь ушел там в канал. Как? Тоже все занято. Да там вообще все занято. Сейчас скажу. Там 201, там же он, да? Он не влез даже. Да? Я не знаю, как мы сейчас маневрировать будем с Божьей помощью. Это подозреваю. Потому что по-другому маневра не сделаю. Блин. А, не, ну есть здесь два пути еще. Два пути. О, вот что мы сделаем. 732, выключаем локомотив. Холодное состояние, оставим так и переходим на маневровую активность. Еще более. У нас вроде стоит честно. Так что, в депо не будем никуда его загонять? Здесь? Нет, так пускай, так потом, если что, выцепим из него состав. Сейчас будем посаживать. Так, и... Когда мы сейчас 201 выцеп затащит, поставит. Сколько? Это маневров где-то на станции должен стоять, чтобы еще
Там есть на ТЭЦ прям два маневровых. На ТЭЦ? Да. Ну берите ТЭТ. Фу, блин, ТЭТ. М10-0-11. Это 2. Т10-М0-14. Александр, ой, господи. Короче, хана стрелка. Пользователь покинул твой канал. Какого сколько времени? Без двух минут 10 без обеда. Ну вот я готов. Вообще, без этого 12. Ладно, так круто. Ну поспоришь. Я вообще не знаю, что у меня завтра на смену в 10. Еще у нас тут программа сдохнули. 4, 2, 3. Ну давай. 4. Ой. У меня контроль сломался. А, у меня на задней стрелке. А, может быть, из-за этого я тоже прилетел? Я не знаю, что тут было все прилетело. Я сказал, что летел, у меня там состав запер на стрелке, я так понимаю, что очки саживаться в зад. Так, ну... А что? Пользователь пришел в твой канал. Пользователь пришел в твой какая, канал. Какая станция, как ты делаешь? Стрелки. А, о, короче, у меня по злобе на... Ничего, при хардовине что-то прилетело. Стрелки на 19-й, ну, сейчас установлю. Поездов нет на них? Нет, нету. Я маневры собираюсь сделать, смотрю, у меня тут... Оба, контроль красный, в обе стороны. Еще нет. Красноярский стал быть дежурный. Слушай. 6433 прибыл на станцию на первый путь. Понятно, сейчас обернемся, потому что в Дивногорске там уже все занято, а там надо ехать, короче, на поезд не поехал. Вот так. Все, по злобину можно не делать. Хорошо. А он там смену сдает, да этот? Я не знаю, кто там где дает. О! Там есть разъезд, пуск монах. Я знаю, но у него только один путь электрифицированный. Поэтому кто из вас будет с опущенными только приемниками проезжать? Да, даже так, ничего себе. Поэтому я бы поставил на разъезде, на там одной платформе. Не выгоднее тракторность. На ТЦМ-4. Более не спит. Николай. Да. М4 луна-белый на 3 свободно, с 3 свободного. Эти 2 Т отходим, отправляемся, потом с Сибирь. Я спорю, если смогу отправиться. А я не смогу отправиться, у меня тут тройка сломался. Ну и... Ну пускай он пока работает, да. Я тогда я... Куда он там работать будет? Самый длинный путь, блин, да. Выезжайте как хотите, у вас выбора нет, не выйдете, либо меняйте кабину, уезжайте в самый сад, в тупик, или с задним контроллером выходите как хотите. Ваша задача тут у вас ехать всеми правдами и неправдами. Можете Роман сейчас вас вытягивает. Углепластик. О, собрался. 20-10-M041 на пятом пути. Добрый.
За М4 на ТЭЦ-2, у вас там вообще все плохо? Да, у меня вообще ничего не работает, не хочет. Ну, сейчас у нас маневровый есть. Утянет нас куда-нибудь, какие-нибудь дальние дали. Пока утягиваете, а я это вижу позже. Ну, хорошо, вообще. Я тоже перезахожу. Да кто перезаходит? Маневровый ТЭЦ-2. Да ядрич вашу налево. Ну, у меня как раз его вагоны вместе с локомотивом летают по всей ТЭЦ. Ну, а у меня такое тоже бывает. У меня там поезд, который уехал когда-то в самом начале сессии. Вообще. Господи. Программа сдохла. Короче, я ничего отвечать не буду. Кто из вас зайдет быстрее, докладывайтесь. Будем по обстоятельствам стараться. Вот такой калиб. Калиб кто? Это вообще кто? Да и тут на злобе. Да я. Стоит. А, ну куидики. 0285 по ТЭЦ-2 зашел первый. О, ура! Все, сейчас будете вашего коллегу убирать. ТЭЦ-2. Любишь роман меня? Я тебя за свой день так достал, так ты еще за меня работаешь. Вообще. 10 вечера, уж господи, сколько можно? Мне на смену завтра. Я сейчас вас тут разберу и пойду сдам Борису с вами фанки с вами. Так уж ты меня сам время. Да отменись, а ты твою налево. У нас нет отмены, не знаю. Сейчас пойду, что звонит. Кто, маневровый? Нет, маневровый. Обещали сделать отмену занятого. Ага. Хорошо, что это не рейтичный пульт, а то бы я сдох сидеть тут от занятого. Маневровый 5 секунд. Там 108 минут. Секунд. Не 108. Сколько там? Минуты 108. На нормальном. На реальном. Не менее 180. Ну, а здесь 10 секунд не можете подождать. Вот, блин, да. На большом пульте там реально чем заняться. Так, где там? У нас М2 там, но не пробовал. М2. Тут. М2, да. Где М2? Ром. А? Тебя Лёша ищет. Зачем? Спасибо. Вместе первое место. Ты еще не зашел. Ну, мы сейчас вас вытянем. Все неправда. Не факт, что я его вытяну, кстати. Ну давай попробуем. А какой это такое? Да я нашел. Есть ничего? Есть. 4 слепого. Куда едем? ТЭЦ маневровый, давайте. На сейчас. На третье, потом на третьего поедете забирать вас обратно по несчастью. Хотя нет, стоп. Никуда не едем, стоим. Пользователь ушел из канала. Стань. Мой ложечный ноутбук. Сейчас я разберусь и пойду спать. Да Борис уже здесь, если что, можешь ему отдать пароль. Борис? Это Борис, можете? Переснять смену. Сейчас скажу, что делать. Ну, ребят, подскажите. Борис. Что делаем? А что делаем? У нас тут на ТЭЦ-2 все сломалось. И локомотив. Я его, короче, оборачиваю. Он занял самый длинный путь. Сейчас его будем маневровым вытягивать. Ставить на боковой, чтобы хоть как-то тут маневры сделать. Это досаживание. Стрелки вроде починили там на этом, на Злобина, на машинист пошел спать. Там, если он на пятом стоит, проснется, его под уголь на четвертом со стороны этого. Ну ладно, разберемся потихонечку. Тогда все, сейчас я приготовлю тут маршрут. Так, я зашел в игру, попробую сейчас запустить с тобой.
Давай, запускай его. Маневровый ТЭЦ М2 ДМ6 маршрут готов. Поехали. Понятно, М2, М6. Борис, возьмешь управление на себя? Пришел пользователь. Одна электричка стоит на Дивногорске, вся электричка. Пользователь пришел в твой канал. Долба. Я тогда сдам смену на сегодня. Вы тут разрулите? Да. Надеемся. Хорошо. Все, тогда спасибо за мультиплеер. Всем до свидания. Товарищ. Ой, дай мне ТЭЦ-2, я это сам проверю. А вот ТЭЦ-2? Да. Минуту. Угу. Так. Не знаю, чё. Это Борис, табель ДСП, когда кому-то даст. Чё делать? Табель ДСП. А, ну ос, да нет, ну оставь его, пригодится. Да, не отправь, да нет. Хорошо, отправь. Вот так, отправь, я думаю, что не покончу быстро. Хорошо, все. Спасибо, до свидания. Ну ага, спасибо. Счастливо. Пользователь ушел из канала. Так, звал кто, нет? А номер подскажите ваш? Понятно, 6. Какая там 6400? Понятно, 6483. А как же мне тебя принять-то? Только на платформу туда больше нет. Тенсен, ты управляешь, да? Да. Я завелся, стою за 4 готов. Завелся, нормально? Да. Ну попробуй, дай ему 4 протянись. Шесть Дивногорск, по регистрированному приказу, давай номер приказа писать не будем, по запрещающему показанию сигнала N, по запрещающему показанию сигнала N на второй путь станции Дивногорск, маршрут полностью готов, сигнал N открыт, вам пригласительный, один лунно-белый мигающий огонь, принимайтесь на занятый путь. Впереди вас стоит электропоезд. Верно. Ну, я не могу поездным маршрутом тебя открыть, так как часто занят. А больше путей нет. Так, еще кого, кто на участке есть, кто-то? Про кого забыл? На красноярских столбах электричка стоит. Где? Красноярские столбы электропоезд, электричка. А номер?
6333. R9. R9. А куда она следует? Подскажи, пожалуйста. Ну, думали, что в Дивногорск поеду, но там все занято, как говорится, то можно. Да, нам больше ставить уже некуда. Если только до Дивногорска, есть там какая станция еще? Нет, там только разъезд один есть. С одним электрифицированным путем. Только до разъезда есть. Вот тут станция как на пугает. Ну поедешь до разъезда? Злобина, Злобина, вот. На Злобина где-нибудь там есть куда приняться. Там. И все, да, смену Злобина. Ром. Ну, на Злобина есть, конечно. На Злобина, да, возвращаемся? Да. На Злобина вернуться. Номер такой же, оставь, ладно, не будет перемену. Угу, хорошо. 21.73. 21.73. М4 лунно-белый на третий свободный путь, пока до Ч3 запрещающий. Я вас понял, открыл М4 на третий свободный, до Ч запрещающего. Верно, до Ч3 пока. До Ч3, я вас понял, вполне. Двадцать один семьдесят три. Маршрут вам продлен от Ч3 до входного станции Злобина. Сигнальчик ЧТ2 будет пока запрещающий, по приближению там подсказывайте дежурный. Поспомним до сигнала ЧТ. Приближение будем подсказывать. Верно? Шесть такой за 9 6631. 6333, слушает. А, 333? Да. А у меня 31 почему-то написано. А, ну ладно. 6333. Выходной сигнал с станции Красной Столбы, Ч1 вам открыто зеленый, до станции Енисей маршрут полностью готов. На приближение к Енисею подскажу, как вас принимать. Понял, отправляюсь до станции Енисей. Верно. Злобина. 17.93 в депо перед М22. Готовы к работе. Понятно, 17.93 перед М22 готовы к работе. Минуточку. Пользователь отключился. Дивногорск. Вам спасибо за работу. Сдали смену Дивногорск. А кто в депо у меня представлялся? Что-то я номерочек ваш не записал. 17.93. А, 17.93, ВЛ-80 вижу.